Всем привет, мои хорошие, рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас мукбанг. Я сварила сначала, а затем пожарила грузинские хинкали. Я их просто обожаю. Сегодня немножко пасмурная погода, но очень жарко, 28 градусов. И давайте приступим. Давайте с этого. Один, кстати, у меня развалился. Обычно ни один у меня не разваливается. Вот, и поэтому я всегда варю столько, сколько мне конкретно надо для мукбанга. А в этот раз один у меня развалился. Ну ничего, мы его тоже схомячим. Вчера болтали с сестрой. У нее отпуск в конце ноября. Я ей говорю, приезжай к нам. Она тоже собирается. Будем снимать контент, будем гулять. Это сестра, вот это Диана. Если ты смотришь, огромный тебе привет, Дианчик. Мы с ней росли вместе. Она сейчас живет в Саратове. И мы были одного возраста. Между нами всего 40 дней разница. Вот все мое детство связано с ней. Столько крутых воспоминаний. Мы даже в один класс ходили в один период. Поэтому ее приезд будет особенно важным для меня. Мы вчера где-то около 2 часов просто болтали о своих планах, что мы будем делать, когда она приедет. Куда сходим, где погуляем. Возможно, даже мукбанг снимем для вас с роллами. Она тоже любит роллы. Еще мы решили с ней сделать обмен подарками. То есть я куплю ей всего интересного. Ну, какие-то мелочи. И она мне. Потом мы снимем видео обмен подарками. Или, может быть, не снимем, просто обменяемся подарками. Мы решили сделать сюрприз. Вы знаете, я думаю, к этому мероприятию нужно готовиться заранее. Когда у меня дома будет гости, я не смогу сидеть и снимать мукбанги без нее и так далее. Поэтому нужно успеть подготовить 10 видео. Чтобы я не запаривалась, что у меня на канале нету контента. То есть в ближайшее время, в ближайший месяц я буду снимать видео и просто оставлять. В YouTube даже можно загружать. Ставить, например, публикацию, например, 11 декабря в 12:00. Это видео выйдет 11 декабря в 12:00. Я каждый раз себе говорю, что нет, я создам программу. Пусть у меня будут готовые видео, которые я буду опубликовывать. Каждый раз обещаю себе, и каждый раз у меня не получается. Но в этот раз обязательно надо. Даже сегодня вечером. Хочу снять видео и оставить. Насчет обмена подарками. Я хочу ей подарить такие вещи, которых нет уже в России. То есть эти бренды, например, ушли. Мне кажется, так будет гораздо интереснее, нужнее. Смысл ей дарить то же самое, что у них тоже есть.
вкусная чечня. Жареная намного вкуснее, чем обычная вареная. Я, по крайней мере, больше люблю. Я просто ей вчера написала, что было бы круто, если бы она взяла бы отпуск на неделю попозже. Но там, я так понимаю, по очереди. Знаете почему? Я хотела еще вместе с ней отметить свой день рождения. Ну, все вместе. Мне кажется, с ней мукбанг будет особенно интересным, потому что она меня знает, мне кажется, лучше всех. Знает меня с самого детства. Мы, кстати, с ней особо никогда не ругались. Вообще, она такой человек неконфликтный. С ней сложно поругаться. Так что, если все будет по плану, в конце ноября вас ждет очень крутой контент вместе с моей сестрой. Мне кажется, вам будет интересно на нее и посмотреть, да и вообще, и контент с ней будет интересен. Эти грузинские хинкали можно даже ни во что не макать, и то вкусно. Вообще можно без соуса. Кстати, рецепт на соус я обязательно оставлю в описании под видео. Рецепт на обалденные грузинские хинкали. На кулинарном канале это все есть. Обязательно переходите, готовьте. Я прям жду, не дождусь. Болтали с сестрой чисто голосовыми сообщениями. И так получилось, что я нечаянно уронила свой телефон в воду. Я его сразу вынула. Вроде как он работает, ничего с ним не произошло. Просто звук стал чуть-чуть слабее. Мне кажется, его нужно отдать уже специалисту. Пусть посмотрит. Максимальный звук стал как будто не максимальный. В общем, слабый звук. Конечно, не критично. Можно поменять телефон, но этот телефон все равно я хочу передать маме. И по-любому он нужен в рабочем состоянии. Особой такой, знаете, прям любви к телефонам у меня, если честно, нету. Когда я училась где-то в 7-8 классе, хотелось, конечно, иметь последний телефон, последний iPhone и так далее. Тогда, кстати, были айфоны. Вот, а сейчас мне как-то все равно, какой у меня телефон. Снимает, фотографирует, отлично. То есть не сильно заморачиваюсь по этому поводу. Причем сразу я заметила, что звук стал намного слабее. Я подумала, чуть-чуть пройдет время, он высохнет и станет лучше.
Но сегодня я заметила, что ничего не поменялось. Можно, конечно, попробовать высушить его феном. Но мне кажется, лучше всего довериться профессионалу. Один раз я была в такой тупой ситуации. В общем, у мамы был телефон. Он перестал просто включаться. Просто перестал включаться черный экран. Но я думаю, наверное, телефон испортился. Отдаю его в ремонт. Мне сказали, придите через там полчаса. Прихожу через полчаса, и мне мастер говорит: вы шутите? Я говорю, в смысле шучу? У вас в телефоне просто нету зарядки. Я зарядил ваш телефон, и он включился. Я такая в шоке стою. Прикиньте, оказывается, у меня испортилось подзарядное устройство, а я подумала, что телефон перестал работать. Я отвезла его к специалисту. Он ни копейки денег не взял с меня. Сказал: дамочка, будьте аккуратней. Я просто купила новое подзарядное устройство там и пошла домой. Ну, мне было реально стыдно. Я перепроверила другим подзарядным устройством. И другим подзарядным устройством тоже не заряжалось. А оказывается, стечение просто обстоятельств. У меня в комнате розетка очень плохо работает. Она работает через раз. Потом еще телефон прослужил 2 года, потом я его продала. Есть техника, которой вы не пользуетесь, смысла нет ее хранить, потому что с каждым годом появляются новые модели. Поэтому лучше сразу продавать. У меня так было 2 камеры, мыльницы. Потом со временем пришлось их просто выбросить, хотя было время, когда я могла их продать. На этом все. Всех люблю, мы с вами доели. Все рецепты, как всегда, в описании под видео. Также пишите, интересно ли вам увидеть мою сестренку и наш совместный контент.